2 марта 2022 года. Нахожусь на Крамском шоссе. Впереди меня город Орел. А там, за мостом через реку Цон, поселок Знаменка. Поселок городского типа, Знаменка Орловская. Давайте пройдем по мосту, посмотрим на реку Цон. С той стороны моста мы видим саженцы, уже довольно-таки выросшие, сосеночек молодых. Они там очень густо растут. Такое впечатление, что их посадили и забыли выкопать. Образовался такой густой-густой плотный лесок сосновый. Вот видите, там плотина на реке Цон, Знаменская. Нам ее не очень будет видно, но зато мы посмотрим на эту сторону реки. Так, видите, снег поставил по обочинам. Скоро, наверное, будет уже весна. Вот сейчас я нахожусь на левом берегу реки Цон и перейду по этому мосту, Знаменскому автомобильному, очень хорошему, на тот правый берег реки Цон, небольшой. Как видите, льда на ней нет, да, собственно, и не было почти что. Она быстро здесь течет после плотины. Уточки плавают и ходят по льду. Вот селезень, например. Вот уточка, селезень, утки ходят тут, гуляют. Так, плотина у нас там, Знаменская. Вот так могу показать. Там поселок Знаменка. Виднеется крыша дома купца Бакина. Мельница там была до революции. Дом 1896 года постройки. Там улица Заречная. Есть даже и новые дома. Вот. Невысокий дом, по-моему, трехэтажный, новенький стоит. Ну, вот такой вид тут на реку Цон у нас, да. Очень красиво, хорошо. Еще немножко сейчас пройду и еще раз реку покажу с другого ракурса. Вот. Замечательно. Вот и дом Бакина виден, и утки, и река безо льда, и заледи у берегов. Вот такой наш Цон, такая наша река Цон на Знаменке. Замечательное место природное, очень хорошее. Жду не дождусь, пока наступит теплое время года, весна, лето, растает снег, просохнут берега. И я хочу предпринять такую длинную прогулку по этому правому берегу реки Цон, туда подальше. Очень там красиво она петляет. Замечательные места. Спасибо вам за просмотр. Всего доброго. С вами был Дмитрий из Орла. Вон оттуда. А это улица Советская, поселка Знаменки.